Прицелиться, выстрелить точно в мишень и прибежать первым. В Северном Казахстане проходит летний чемпионат страны по биатлону. Соревнуются девушки и юноши в возрасте от 16 до 19 лет. В большинстве своем это начинающие биатлонисты, но есть и титулованные. Среди последних Абзал Бурханов из Акмолинской области. Парень отлично выступил на всех этапах соревнования. На последнем кругу было потяжелее, потому что пульс поднимался иногда. Мы сегодня бежали на эстафете 3 километра. Лежа и стоя. До этого я участвовал много раз в областных соревнованиях. Летний биатлон и еще зимний биатлон. За звание лучшего боролись спортсмены из Монголии и 9 областей Казахстана. В этом году прошло мероприятие. Это впервые такое большое. Обычно у нас уже 4 года проводится только юношеский чемпионат Казахстана. В этом году у нас добавился молодежный. Вот благодаря тому, что у нас такая прекрасная база, которую буквально 2 года сделали капитальный ремонт. Участвовало порядка 100 юношей и девушек. По итогам чемпионата выбрали победителей в каждой возрастной категории и вручили кубки, медали и памятные подарки. Агирим Хамзина, Казбек Рыкбаев, МТРК.